Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Mandrake System. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Данная стратегия основана на гистограммных индикаторах, которые имеют несколько видов сигналов и позволяют покупать опционы как по текущему движению, так и во время разворотов. Плюсом данной стратегии является то, что все индикаторы компактно собраны внизу графика, что позволяет более четко видеть свечные формации или использовать другие дополнительные методы торговли для подтверждения анализа по стратегии. Стратегия Mandrake System не подразумевает работу только по тренду, так как большая часть сигналов будет появляться именно на разворотах рынка. И прежде чем перейти к правилам торговли по данной стратегии, стоит разобраться с принципом работы индикатора EMA Angle. Гистограмма данного индикатора окрашивается в три разных цвета – это серый, синий и красный. И поначалу может показаться, что синий цвет говорит о покупках опционов call, а красный – о покупках опционов put. Но это не так, и данные цвета сигнализируют совсем о другом. И появление синих столбиков говорит о том, что восходящее движение скорее всего подходит к своей кульминации и вскоре может последовать разворот рынка. А появление красных столбиков, соответственно, говорит о том, что нисходящее движение приближается к своей кульминации и скоро можно ожидать разворот. Если обратить внимание на участки с синими столбиками, то можно будет увидеть, что вскоре после их появления цена развернулась. То же самое можно сказать и про красные столбики. Стоит отметить, что появление красных или синих столбиков не будет говорить о развороте в 100% случаев. И на данном примере можно видеть, что первое появление синих столбиков привело всего лишь к коррекции, а второе появление синих столбиков привело к флету, после которого, к сожалению, не последовало разворота. Также при сильном нисходящем или восходящем движении индикатор может сигнализировать о развороте, но произойдет разворот намного позже, так как сильное движение тяжело остановить. И данный пример показывает такую ситуацию, когда разворот после нисходящего сильного движения произошел далеко не сразу. Возвращаясь к правилам торговли по данной стратегии, существует их два вида. Первый вариант является консервативным и позволяет торговать с более размеренными рисками, а второй вариант является агрессивным и несет в себе повышенные риски. И для начала давайте рассмотрим правила торговли по консервативному методу. И для покупки опциона call необходимо, чтобы первый индикатор пересек нулевую линию снизу вверх, цвет второго индикатора был синим, а столбики третьего и четвертого индикаторов были голубыми или синими. Экспирация в таком случае должна составлять 5 свечей. И для опционов put, соответственно, все наоборот. Первый индикатор должен пересечь нулевую линию сверху вниз, столбики второго индикатора должны быть красного цвета, а столбики третьего и четвертого индикаторов должны быть красные или розовые. Правила торговли по агрессивному методу в разы проще, но, как уже говорилось ранее, они несут более высокие риски. И поэтому новичкам их стоит применять с особой осторожностью. И для опционов call необходимо, чтобы первый индикатор, а именно EMA Angle, поменял цвета с красного на серый. И только после закрытия свечи, столбик индикатора, на который поменялся на серый, стоит открывать опцион call с экспирацией в 3 свечи. Опционы put открываются с такой же экспирацией, когда столбики индикатора сменяются с синего на серый. Обратите внимание, что на остальные индикаторы не стоит обращать внимания при торговле по такому агрессивному методу, так как чаще всего их цвета будут противоположными. И для закрепления понимания правил можно рассмотреть данный участок. И в данном случае, как только индикатор пересек нулевую линию сверху вниз, мы сразу обращаем внимание на оставшиеся три индикатора. И как можно видеть, второй индикатор имеет красные столбики, третий розовый и четвертый красный, что подтверждает сигнал и можно покупать опцион put с экспирацией в 5 свечей, что по итогу принесло бы прибыль. То же самое, но с обратными условиями происходит и в данном случае. И как только индикатор пересекает нулевую линию снизу вверх,
мы сразу смотрим на оставшиеся три индикатора. И в данном случае первый индикатор имеет синие столбики, второй голубые и третий синие. А значит, можно покупать опцион call с экспирацией в 5 свечей, что также по итогу принесло бы прибыль. Это были все правила торговли по стратегии Mandrake System. И в заключении хочется сказать, что данную стратегию обязательно стоит протестировать на демо-счету и только после этого переходить на реальный счет. А также не забывать про риск менеджмент и money management, в особенности если будут применяться агрессивные правила по данной стратегии. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!